Денис Владимирович, здравствуйте. Нет чего-то такого, за что мне стыдно. Я смотрел так много хентая, что мне уже ничего не стыдно. В детстве мне нравилось смотреть «Симпсонов» с папой. В какой-то момент мне начала впирать «Футурама» больше, чем «Симпсоны», потому что «Футурама» — это, типа, знаешь, «Симпсоны в будущем». Я смотрел «Sonic X», «Witch», «Winx», «Шаман Кинг». Лет в 14 я начал смотреть «South Park», «Время приключений». На самом деле я смотрел все, что крутили по СТС. Это я просто жрал контент. Паровозик из Ромашково. В детстве меня очень вкатывал паровозик из Ромашково. У меня высокая самооценка. Я знал, что я буду успешен. «Загреба» я очень ждал. Типа, фильм, который я сделал на «Загреб», он... Я считаю, что он не очень. Ну, типа, я его сделал через пень-колоду. Он длится всего минуту. Это дребезжащие картинки. Я вложил минимум усилий, получил максимум результата. Приехал на «Загреб», я был очень доволен. В «Загребе» я бухал и курил траву каждый день. Это было в другой стране, так что это легально. Да, ну нет, у них, по-моему, это у них нелегально. Мои ожидания не оправдались. Ну как, в общем, они и оправдались, и не оправдались. Меня угощали вот таким бухлишком. Его было много, но я привез только две бутылочки. Это банка арахиса, сделанная в Швейцарии. Если ты делаешь фильм в Швейцарии, тебе Министерство кино, Swiss Films дает тебе деньги на то, чтобы сделать мерчендайз. Девочка сделала фильм про кукушку, и она сделала в качестве мерчендайза арахис. Я использую эту банку в качестве пепельницы. Это то, чего очень не хватает в нашей индустрии. Естественно, я провожу грань между кино и анимацией. Кино, оно, как правило, находится в реальности, и оно оперирует с симуляками первого порядка. Тебе нужно меньше фантазировать в кино, чтобы зритель вдохновился тем, что происходит на экране. Я всегда разделяю позицию, что 90% мультов — говно.